Пресс-конференция, посвященная готовящемуся второму сезону конкурса «Битва комиков», состоялась во вторник, 17 января, в Дании. В ней принимали участие организаторы и идейные вдохновители конкурса для талантливой молодежи, которые рассказали о месте и дате проведения мероприятия. 28 числа состоится «Битва комиков», часть 2. Собственно, продолжение первой «Битвы комиков», что-то подобное, если у вас сразу возникает в голове мысли о Comedy Battle, да, и некоторых там российских проектов, которые ведут подобный характер мероприятия. Собственно, что-то подобное делаем мы в нашей Донецкой Народной Республике, стараемся продвигать юмор, чтобы юмор всегда рос, развивался, стремился, и, конечно же, в любом случае мы пытаемся это сделать. Собственно, вот в лице комеди-шоу «Жажда смеха». Таким образом, хотим сказать, что развиваем молодежь в сфере написания материала юмористического, в сфере продвижения ребят в плане качественного написания, собственно. И, конечно же, очень рады веселить публику и людей, всех гостей, которые к нам приходят. О главной цели конкурса рассказал руководитель комеди-шоу «Жажда смеха». Чтобы получить замечательный юмористический проект, который бы работал циклично и рождал качественный юмор, рождал творческие личности и творчески направленных людей. В общем, такие замечательные шоу-балеты, танцоры, актеры и все что угодно. То есть мы любим любых творческих людей, потому что это правильно. Это уже второе мероприятие такого рода. Первое состязание самых остроумных и веселых проходило в Донецке в прошлом году. И его победителем стала команда из Горловки. Приезжают разные ребята из городов и областей нашей республики. Это меня очень сильно радует и говорит о том, что мы идем вперед. Мы движемся, мы развиваемся. И самое главное, мы не хотим останавливаться на месте и с радостью приглашаем всех 28 числа посетить наше мероприятие и убедиться в наших словах о том, что это пройдет, это будет интересно, весело, смешно. Дмитрий Зиньковский, Георгий Морозов. Специально для Новороссия ТВ.